Сегодня мы собрали на борту Халык Эйр самых любимых мужчин, решив отправить их в тур по веселью. 2020 год был во многом сложный, и только их поддержка помогла нам, девушкам, его перенести. Итак, о каждом понемногу. Наш первый пассажир, его любят, уважают, боятся, хотят ему подражать, и даже по секрету некоторые немножко завидуют. Когда он говорит, девушки слушают и замирают, а мужчины всегда спешат ему пожать руку. «Кто этот красавчик?» – спросите вы. Жумабек Жарылхасынович. В своих кругах еще называют его таким странным прозвищем «шеф», кажется. Следующий пассажир зашел на борт быстрее всех, ведь он участник олимпийской легкоатлетической дисциплины, всегда подтянут, свеж и решителен. Его идеи, их так много, и он все время говорит, говорит и говорит, как за ним успеть? Не понимаю просто. Андрей, чемпион, ответь нам, как ты все успеваешь? Этому человеку сначала хотелось забронировать много мест, но потом мы вспомнили, что берем на борт только взрослых. Надеюсь, вы поняли, о ком идет речь. Наш многодетный папа – самый заботливый, добрый и отзывчивый. Каждому из своих детей он дарит многочисленную поддержку и любовь. А как же он относится к коллегам? Никогда не откажет. О, Марат, твоя помощь всегда бесценна. Вы думали, у нас закончились Мараты? Ничего подобного. Есть еще один. Часто тихий, спокойный, но когда мы собираемся на праздники, тут он душа компании. «Марат, посиди», — говорим мы ему, — «сядь, поешь». Ничего подобного. Его не остановить. Он пускается в пляс. На нашем самолете сегодня будет безопасно. Почему, спросите вы? Откуда такая уверенность? Все просто. Он проходил сборы после военки, он чистил картошку на кухне. В конце концов, он суперполиглот. Будущий маршал, будущий профи, Хайнар, на тебе вся ответственность в безопасности пассажиров. Чтобы все были в курсе правил и анонсов на борту Халык Эйр, мы спешим к Азамату. Если есть у нас вопросы, кто поможет, Азамат ни о чем не переживает, все на свете он решает. Если с ним попасть на остров, из кокоса и банана приготовит он рагу. Этот человек умеет всем доставить наслаждение. Наслаждение вкусовое, повар Фурия зовут. Есть люди красивые, есть люди умные, а также веселые. А этот красавчик собрал всю харизму в себе. Песни его ласкают слух, рыбалкой неистово он увлечен. Готов говорить и воспевать о ней так же долго, как о контроле эффективности. Тут он просто бог и его величество Омар. Тихо, спокойно у иллюминатора сидит один из наших пассажиров. Кажется, что он почти немногословен, но на самом деле он просто сосредоточен на ежедневных отчетах. Думаете, это мелочи? Таких специалистов, как Денис, нужно поискать. Когда к нам на борт Халык Эйр присоединился этот пассажир, в Павлодаре заплакали. В Нур-Султане все марафонцы вздохнули с облегчением, а алматинские бегуны напряглись. С ним побороться в забеге – это честь. Встречайте, повелитель длинных беговых дистанций, мастер построения отчетов Дамир Великолепный. Когда-то в далеком прошлом в банковскую сферу пришел прямо с института мальчишка. Все знал, но не все умел. Прошли годы, прошли холодные зимы. Теперь этот мальчишка даст фору любому спецу. Настоящий семьянин, найдет общий язык со всеми. Поэтому, пока я говорила, он уже успел посидеть в кресле возле разных пассажиров и с каждым пообщался. Султан, ты властелин разговоров и соглашений. На нашем борту есть клевый парень, похож на вечного студента и инженера, просто обожает автомобили. Его задумка, чтобы у каждого человека осуществилась мечта – собственный автомобиль. Как? Все просто. Лучшее в мире льготное кредитование. На другом ряду присел очень импозантный участник нашего полета. Все дамы от него без ума, но он безмерно любит свою супругу и тещу.
А когда берется за рабочий процесс, тут ему никто не уступит, вложит все знания, мышление и творчество без остатка. Ни один клиент не уйдет от Эльдара недовольный от его предложений. Рядом с Эльдаром сидит Руслан, мудрейший аксакал, спортсмен и футболист. А какие речи он излагает по телефону с филиалами, можно просто заслушаться. Когда на борту присутствует медик, это внушает доверие и спокойствие. А если этот медик еще и многогранен, легко справляется с маркетинговыми задачами, всевозможными аспектами рекламы и никогда не забудет свое любимое слово «соответственно». Да ужас! Когда у него зависает Excel, он очень расстраивается, ведь все его формулы сбегают с нужных мест дислокации. Но он решителен, не сдастся с намеченной цели и доведет все до результата. Бигзат, твои спутницы формулы всегда тебе помогут. У нас на борту есть смышленый парень Даурен. Всех красивых девчонок собрал у себя он, чтобы в работе они им помогали. Сильный духом, отлично сложен, много работает и организовывает экосистему Халык. А за Дауреном всюду следует его верный помощник Роман. Всю малину ему разбавляет. Стоит он день и ночь на страже чемпионата по филиалам Лиги прямых продаж, и непоколебим его дух и настойчивость. На нашем борту не будет скучно, ведь с нами классный танцор Рустем. Его движения восхитят любого, а рабочие процессы и помощь стоят больших эмоций. Каждый клиент скоро будет его благодарить лично. Вход в хоумбанк делает 100 раз легче. Перед этим пассажиром все девушки замрут на мгновение. Он любит скорость, предпочитает Мерседес и быстро едет на нем утром на работу. Если вам нужно посоревноваться с Жандосом в скорости и шустрости, попытайтесь, но равных ему в этом никого нет. Забавный участник нашего полета сегодня присутствует с нами. Его зовут Нурдаулет. Фейс-контроль у него строгий. Ни один проект не пройдет просто так без его онбординга. Ернар – мудрый и веселый парень. Он всегда найдет решение из любой ситуации. Лидер по закрытию поручений. С ним в вагоне в воду, с разбегу не страшно. Следующий пассажир у нас Едил, такой же красивый и спокойный. Улыбка его может свести с ума не одну представительницу прекрасного пола. Кредитные дела он раскидывает на ура. Также у нас на рейсе присутствует Ержан, добряк с огромным опытом по выдаче кредитов. А скольких людей он осчастливил нажатием кнопки «Одобрено». Со следующим пассажиром никогда не боишься идти в бой. Стоит на защите каждого карточного проекта до крови, до боли, до пота. Алмаз, тебе нет в этом равных. А как он любит и оберегает свою семью и детей. Последний в списке, но не последний по значению, лучшие из лучших активистов, профессионалов и отзывчивых у нас вальяжно сидит на кресле Серега. Все его шутки надрывают нам животы, а его танцы никого не оставят равнодушными. Такой энергии позавидует каждый. Тихо сегодня на задних сиденьях сидят 4 парня. Сидят, не робеют, четко смотрят вперед. Смелость в глазах и улыбчивый взор. Так самоотверженно они решили пополнить семью Халык-банка. Евгений, Габит, Алибек и Нурлан. Нужно представиться миру сегодня, чтобы запомнили вас мы сейчас. С праздником вас, мужчины, борта Халык-Эйр.